Полиция выяснила обстоятельства инцидента на территории нового образовательного центра. Накануне в сети появились кадры со школьниками. По словам очевидцев, дети были пьяны, а одного из них и вовсе стошнило на стену школы. Немножко плохо. Блюет стоит на новую школу, между прочим. Тут детки играют, а он блюет. Вот эти скандальные кадры. Подросток едва стоит на ногах. Автор видео возмущается. Вы не имеете права бухать здесь. Бухать. Ты знаешь, я сейчас давай полицию вызову, мы штрафы, я плачу. Рядом сидели его друзья-товарищи, которые явно были в нетрезвом состоянии. Пытались его там как-то привлечь его внимание, чтобы он перестал прям на стены школы это все делать. Ну, на что я начала снимать и говорить о том, что как бы убирайте вот сюда. Они, деточки, начали кричать, что снимать нельзя, их они же маленькие, это незаконно. Я сказала, давайте вызовем полицию, по закону разберемся. Как рассказали в образовательном центре, вход на территорию свободный, ведь там огромный стадион и новые тренажеры. Факт употребления алкоголя на стадионе не подтвердился. Пьяного ребенка охранники школы отвели родителям. Противоправных действий со стороны ребят не было. Но одному подростку стало плохо. Педагоги это заметили, вызвали службу безопасности. Охрана сопроводила ребенка домой и передала родителям. Личность этого подростка, она известна. Это ученик не нашего образовательного центра, а иной организации. Теперь в семью наведаются инспекторы по делам несовершеннолетних, чтобы поговорить с родителями и самим мальчиком, а также объяснить опасность употребления спиртных напитков. К слову, эта школа самая большая на всем Урале. Здесь набрали 23 первых класса, а общая площадь новой школы – 29 тысяч квадратных метров.